А что это мы здесь делаем? Ну, так вот, решила стать твоим записки биографом. Охотника. Записки охотника за рецептами? Да нет, нет. Записки кулинарной поклонницы. Шутка. Хочу кушать. Это для меня новость. Боже мой. Ну, я готов. Готов? К твоему желанию хотеть кушать. Чайку налей, пожалуйста. Чаек. Спасибо, спасибо, хватит. Черный. Черный. Себе, 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 себе. Сахарку не хочешь? Не, не хочу. Ты мой сахарок. Вот так. Я твой как это, пушок. Пушок. Значит так. Сегодня я тебе сделаю... Что ты мне будешь делать? Помидоры вытащил. Я надрезал помидоры, видишь как? Вижу. Сейчас я буду их опускать в кипяток. Господи. Так ты не обманываешь? Я буду снимать кожицу, жарить тебе ее. Жареная помидорная кожица. Очень вкусная и сытная, и полезная, и питательная. Так. В твоих глазищах я вижу подвох. Но в твоих действиях я вижу соответствие твоим словам. И что же мне делать? Верить? Верь мне. Верить. Хорошо. Вот видишь, у меня 3 помидорчика помещаются сюда даже. Да нет, я просто с помидоров сниму кожу. Понятно. Мы сегодня будем делать очень нежный соус. Он будет называться провансаль, прованский. Провансальский. Провансальский? Провансальский. Я знаю майонез провансаль. На этом мы сделаем помидорчики. Это интересно. Надо их не передержать только. А это а ты то я сейчас с тобой залюбуюсь и передержу. Ну да, смотри. А ты бланшируешь их? Бланширую, да. Вот, знаю я, что ты делаешь. Ты сейчас их видишь сразу в холодную воду. Угу. Ох, вот, она кожица. Сама слезает уже, эта кожица. У меня все. Все в само? В моих руках все слезает само, понимаешь? Разве ты этого не знаешь? Так. А потому что ты надрезал кожицу, я знаю. Да. Этот я положил чудес последним. Не бывает. Все фокусы твои мне известны. Все, нет, они всегда тщательно продуманы. Это я знаю с детства. Сейчас я уберу здесь нагрев. Так, видишь как? Вижу. Ой. Голыми руками, видишь, снимаю кожу. Голыми, чистыми руками. Так. Как здорово. Ой, как все у тебя так вот технологично. Помидорчик. Ты пока не знаешь, что я делаю сегодня. Ты к помидорчику или ко мне? Да вообще к тебе. А? Ну, помидорчик-то он знает, что я с ним делаю. Ему уже больно давно, понимаешь? Помидорчик-то. Я с него кожу сдираю. Ты помидорчик еще не знаешь. Я его сначала немножко ошпарил, а потом с него снимаю кожу. Знаешь, каково этому помидорчику сейчас? Это ты не знаешь, что я сегодня с тобой сделаю. Я не буду с тобой так жесток, как с помидорчиком. Я буду с тобой, наоборот, очень бережен сегодня. Потому что мне надо тебя сохранить до того момента, чтобы ты попробовала мое прекрасное блюдо. Секундочку. Как это? А после? А после как ты умрешь от счастья. А! После ты умрешь от счастья. Хорошо, от счастья. От удовольствия. От удовольствия, хорошо. А то смотри, Томас отомстит за меня. Ты же знаешь. Я для тебя, дорогая, оставляю, видишь, только самую вкусную помидорную стеночку. Она без кожицы уже. И без семян. Хорошо, дай-ка я попробую. Помидорные семена? Ну, бланшированная помидорка. Нет, так там внутри ничего нет бланшированного. Ага. Оно такое же, как сырое. Ну да, ничего нового. Собственно, стенка тоже. Я же недолго подержал. Сразу погасил процесс холодной водой. Мне не важно, как я нарежу помидоры, угу. Дорогая моя. Все равно красиво получается. Я тебе буду делать просто хорошо. Вот это вот мне тоже нравится. Вот это вот. Красиво, кстати. Да, да. Красиво. Такой арт-объект. В глицерин так это все поставить и в бутылку, и в ванную комнату. О, кстати, да. Это идея. Я думаю, что никто вот так шкурки помидор еще не использовал. Есть. С этой задачей я успешно справился. Благодаря тебе, дорогая. Угу.
Вот он, лучок. Так, странный вы мужчина, вот я и говорю. Я не надеялась, что тебя вдохновит на лук. Объясни, зачем он? Ну, здесь же должны быть характерные ингредиенты. Характерные ингредиенты? Ты хочешь со мной поссориться? Нет, нет, что ты. А что такое? Почему характерные? Ну, потому что это провансальский соус. А, это соус будет проявлять да, характер? Да, я делаю характерный соус. Вот хитрый, хитрый ты. Ты вот под видом соуса мне хочешь кое-что доказать. Оливковое маслице, видишь? Ой. Это твой любимый чеснок. Неужели французы так любят чеснок и лук? Французы еще те чесночники, привет. Да. В Провансе на одном чесноке и живут только. Да что ты? Конечно. А почему? Ну потому что это характерный продукт. Ну и что, что же они в Провансе все... Ну почему? Почему именно чеснок? Ну потому что чеснок часто сопровождает лук. Вот так, это, понимаешь, вот то, что я сейчас делаю... Да. Вот я сейчас взял оливковое масло и в нем обжариваю лук и чеснок. Да. Это начало всех огромного количества блюд в Италии и во Франции. Понимаешь как? А вот скажи природу вот этого явления. Почему вдруг родилось вот такое сочетание для меня катастрофическое? А что, ты считаешь, что лук лучше сочетается с персиками? Я считаю, что лук на завтрак, но и лук с чесноком для меня до встречи с тобой вообще не сочетались никак. Ты представляешь? Ну, я же не заставляю тебя есть луковицу, откусывать вот лук с селедкой с утра. Слава богу. Это будет работать в соусе. Это не будет явный лук, явный чеснок. Это будет комбинация вкусов. Mm-hmm. Они же будут прогреты. Вот сейчас из них выходит, так сказать, ненужное, то, агрессивное, и остается все нужное в масле. Ага. Видишь, корочки нету? Вижу, нету. Так маме и скажи. Без корочки он жарил мне лук и чеснок. Ты мне так и не сказал, что ты делать будешь, зачем этот соус? Илюшенька, ну намекни мне сегодня. Это провансальский соус. Это я поняла. Но он и сам по себе интересен, конечно. Немножко перчика. Эх, жгучего. И сейчас я это все буду тушить. Растушить помидоры мне надо. Растушить? Помидоры я нарезал для тебя, дорогая, произвольно, потому что они растушатся. То есть они потеряют форму в любом случае. Да, это будет соус такой весьма густой. Ну, водичкой подрегулируем, если надо будет. Угу. Его консистенцию. Так. Видишь, как булькать пошло. Скажи, пожалуйста, а вот соус это же все-таки сопровождение какого-то основного блюда. Да. Что я буду есть на завтрак? А на завтрак ты у меня будешь есть креветочки. Креветочки? Креветки. Белок хороший. С утра, чтобы зарядиться силой. А в Провансе разве вот так вот богатырской? Едят? Скажи мне, пожалуйста, что? В Провансе едят на завтрак креветки? Ну, почему не едят? Наверное, едят. Но наверное... я тебе сейчас делаю соус прованский, а креветки будут просто креветки, понимаешь? А, вот ты всегда внесешь свою какую-то мысль интересную. О, любимые мои креветки. Я очень эти люблю. Я их умею чистить, ты знаешь же об этом? Да ты что? Да? Ну-ка, давай почистим с тобой креветки вместе. Давай. Только не на время. Сколько почистим, столько съедим. Здесь есть прямо пропорциональная зависимость. Это точно. Я старый математик. Ты? Да. Я очень люблю математику. Значит, хвостика последнее звено оставляем. Хорошо. Черную жилку вырезаем. Но жилку будешь вырезать ты. Здесь нету. Да. Да, можно я Томасу отдам? Ну, сейчас. Ну, хорошо. Мы будем креветками такими здоровыми кормить еще собаку. Ой, кошку. Ну, он, конечно, крупный мальчик, но я не знала, что ты путаешь собак и кошек. У моих соседей есть кот такой противный, как твой, здоровый, жирный, ну, как твой, такой жирный противный. И он часто убегает на улицу. Поэтому, когда к ним заходишь в дом, надо очень аккуратно закрывать дверь, чтобы их кот не убежал. Быстренько, да? Я нарочно называю его собакой. Я всегда говорю, ой, быстрее, говорю, что собака убежит. Они всегда смеются очень надо мной. Но я люблю Томаса больше всех на свете. А, мы же говорим о собаках и кошках. А, тогда продолжаю готовить. Конечно.
нежнейший будет соус. Знаешь, как здесь обработаны помидоры? Семена убрал. Да-да-да. Кожицу убрал. И только одна стеночка помидорная, нежнейшая здесь, присутствует у меня. Вот это любовь. Вижу. А ты говоришь, Томаса больше всех люблю. Ну, естественно. Кого же еще теперь любить? Как не Томаса. Ой, убери, Илюшенька. Один тунеядец, понимаешь, мы его любим. А второй тут пашет на кухне каждое утро. А мы его не любим. А зачем? Так. Я сейчас тебе за это, сливочного масла вот в соус положу. Ой, а мстительность вам вот не к лицу, маэстро. Целую чайную ложечку сливочного масла тебе в соус положу. Вот ну так тебе. Ну и пожалуйста. А как будет вкусно зато. Я же знаю, что ты любя. И тебе я еще сюда, знаешь, что хочу? Чего? Хочу сахарку. Сахарку? Вот ты меня точно выдрессировал. Я уже ничего не боюсь. Сольки. Сольки. Хочу. И хочу, я знаешь, чего еще сюда? Нет. Капельку уксусика. Буквально капельку. Ну, помидоры же тоже кислые. Зачем? Не-не-не, хочу. Ну, желание... Мне нужна такая здесь немножко другая кислота. Не помидорная, хочу кислоты. Желание здесь. Шеф-повара закон на кухне, это понятно. Ой, а что-то у тебя... А, это перчик. Это перчик плавает, да. Я сейчас хочу, вот попробовать хочу. Попробуй. Я хочу, чтобы ты попробовала. Давай. Только очень горячий. Сначала я сам, сначала. Да, давай ты, потом я. Ну как? Пока нет баланса вкуса, нет баланса. Я должен сделать баланс сначала. А что не хватает? Не понял еще. По-моему, соли не хватает. Сейчас я попробую еще раз. Нет, соли хватит. Нет, подожди. Спокойно. Спокойно. Я абсолютно спокойно. Ну как? Соль. Соль, да. И капельку еще хочу. Сахара. Вот рука сахар лучше чувствует, чем ложка. Ну как? Есть баланс? Лучше пошло, лучше баланс. Потом я подкорректирую финально. Я только хочу, чтобы ты своей рукой взяла, потому что тебе будет так удобнее подуть. Давай. Я боюсь, чтобы ты не обожглась. Угу. Ну, неплохо, неплохо, правда? Да. Теперь, дорогая моя. Ой, чесночно-луковый. А ты знаешь, что вот это такое? Вот это? Да. Я прятал от тебя это долго. Так. Такая крупка. Крупка. Это похоже на кускус. Да, это кускусик. О! Кусик-кусик. Кусик-кусик. Да, кускус. Сейчас я должен его приготовить. Слушай, а кускус из чего делается? Кстати, кускус делается... Смешно, между прочим, он делается. Это же из кукурузной какой-то штуки делается, нет? Нет, кускус делается смешно. Я тебе расскажу, как. Кускус так не растет. Уже нет такого продукта и растения кускус. Это если взяли манку, положили ее в такую большую кастрюлю, которая вращается, как бетономешалка. Если эту манку поливать водичкой и сыпать туда муку, на крупиночки манки будет накатываться тесто. То есть это продукт такой промежуточный между макаронами и крупой. Потому что там есть, так сказать, и то, и другое. Его еще называют, знаешь, если принять, что макаронные изделия в мире называются одним словом паста, да, как паста в Италии называют, паста, это значит макаронное изделие, угу, то кускус называют марокканской пастой, потому что Марокко, Тунис, вот эти ну, страны... Ну, в Тунисе я ел, они говорят, у вас манная каша, а у нас кускус, да. Но это не совсем манная каша все-таки, понимаешь, это продукт-то посерьезнее, я считаю. Потому что нигде больше нет, правда же, это вот... Это уникальный продукт. Да, я Северной его очень Африке люблю. Только. Он так берет к себе хорошо любые другие продукты. Вот в томатной базе. Почему я делаю томатный соус? Только у них он делается острым. А я сделаю тебе такой сегодня женский, пикантный вариант. Спасибо. Смотри. Сейчас тебе покажу, как заваривается кускус. И важно то, что он так просто в приготовлении. Даже твои подруги справятся. Да? Мои подружки о-хо-хо, между значит, прочим. Я с солью перемешал. Теперь... О, маслица. Я сюда лью оливковое маслице. Так. Для тебя, дорогая моя. И перемешаю, чтобы каждая крупиночка кускуса была окружена пленкой оливкового масла. Угу. Это и вкус, и неслипаемость, понимаешь? Я поняла, да. Пока у меня не складывается в одно блюдо креветки, вот этот соус прованский, да? Да. И кускус совсем из разных. То есть у тебя Европа, Север Африки и Юго-Восточная Азия как-то так вот. Как они у тебя? Где они сойдутся?
сойдутся в тарелке. На моей кухне. Смотри. Так, кипяточком ты это все завариваешь. Ух ты. Так, чтобы покрыла, вода... Да? Покрыла. На сколько это она на выше? Сантиметр выше. А, на сантиметр. Все, это, и считай, что готово. Да? Ох, крышечка. Запарим. Запарим. Вот и так готовится кускус. Очень так, просто. Хорошо, теперь подожди, пока вот у тебя такой вот моментик есть. Повтори мне, пожалуйста, сначала, чтобы я девчонкам все потом без пробелов. Как ты вот этот чудесный соус сделал еще раз? Быстренько. Чудесный соус я сделал следующим образом. Я взял помидоры, сделал надрезы по верхушке крестом, с помощью кипятка снял с этих помидоров кожицу, потом убрал сердцевину и семена, и стенку, помидорные стенки, произвольно нарезав, положил в кастрюлечку, где уже жарился лук и чеснок. Лука больше, чеснока меньше. На оливковом масле без корочки. Добавил кусочки помидоров и немножко перца. И они начали тушиться. Вот здесь, кстати, нет ни грамма воды. Помидоров уже практически не видно. Виден только зеленый перчик жгучий, ну и лук-чеснок видны. Но я это все-таки блендером потом, наверное, обработаю. Вот, собственно, все. Здорово, здорово. Так, и потом мы взяли кускус. Но сюда я еще положу очень важный ингредиент, только ближе к концу. Я положу сюда зеленый базилик, вот сюда. Зеленый базилик. Вот у меня есть базилик. Я его принес вчера, быстренько сунул тебе в холодильник, чтобы ты его не видела. Да, я его... И, кстати, уже соус, собственно, подходит к концу, поэтому я смело сейчас уже могу нарезать. Осуществишь свою задумку с базиликом. Базилик. Да-да-да. Ух ты. Пошел базилик. И не буду блендером, вот оставлю как есть. Мне тоже кажется, что так... Так, красиво и вкусно будет. Интереснее, да. Сейчас базилик уже отдаст свой вкус. А, видишь, ух как ты! Кускус заваривается? Да, кускус он у нас вырос. Распарился весь. Да. Значит, а кускус у нас... Расскажи, как ты делал. Закрой, закрой, закрой. Не держи крышку. Расскажи мне пока быстренько. Кускус нужно посолить, смочить его оливковым маслом. Так, чтобы маслица каждую крупиночку покрывала пленкой. Потом налить крутейшего кипятку на сантиметр выше, чем уровень кускуса. И накрыть крышкой. И кускус через несколько минут будет готов. Он заварится, набухнет, получится такая рассыпчатая, вкусненькая, нейтральная кашка. То есть варить не надо, просто запарить? Варить не надо, да. Понятно. А теперь мы готовимся к креветкам. Так. Ты мне лучше скажи, почему ты сегодня решил вот так вот... Такую вот идею воплотить. Ну, потому что для разнообразия. Угу. Вкуснота. Любимую надо же разнообразно кормить. Так. Я представляю, на завтрачек у меня томатный соус, углеводы в виде кускуса. Ничего, и еще морепродукты. Завтра должен быть плотным. Ну, я знаю, что ты приверженец теории плотного завтрака. Я, в принципе, тоже. Как тебе со мной повезло? О, не говори. Представляешь, влюбился бы ты в какую-нибудь анорексичку, которая завтракает часа три. Хочешь маслица? Да, листиком базилика. Что бы ты делал? Даже не знаю. А, сбежал бы. Она бы не смогла оценить твоего таланта. Ой, как красиво. И еще жареные креветочки мне на завтрак. Илюш, а вот смотри, как я держусь. Ты мне готовишь завтраки такие плотные. Какая я у тебя по-прежнему стройная. Это почему? Так я не думаю, что в этом страшного. В моих завтраках плотных порой ничего нет страшного. Порой. Я тебе вредить не стану. Я тебе... Да, я ходячее доказательство. Живое такое воплощение твоей... Теории. Живое и при этом ходячее. Живое, ходячее и стройное. Правильно? Ты даже бегающая, а не ходячая. Ты быстро двигаешься, у тебя много сил, энергии, правда? Правда, правда. Я ух. Мы с Томасом антиподы. Он такой мягкий, вальяжный, лежащий. Жирный, да, ну ленивый. Ладно.
противный. Конечно, антиподы. Угу. Вот я, например, радуюсь, что ты жаришь креветки, они становятся такие оранжевые. А он нет. А он, наверное, думает, испортили креветочки эти люди глупые. Особенно вот этот, который думает... Поварюга. Что он, да, что он все знает. Противный. О, этот-то противный. О, кускусик-то подошел. Теперь кускусик примет в себя... Что? Кусочек сливочного масла. Эх ты, коварство. А ты могла бы мне сейчас взять две вилки? Да. И вместе с этим маслом кускусик так вот распушивать? Давай. Распушивать. Если мы думаем об одном и том же, то я попробую. Смотри. Ой, красота какая. Петрушка. А ты смотри, я распушиваю. Смотри. Ой, лимонный сок. А теперь ты хоть посмотри тоже на минутку, я тут делаю. Как у тебя хорошо получается, дорогая моя. Боже, боже. О, вот теперь я понимаю, как тебе приятно, когда хвалят. Вот зачем ты тут все делаешь. Это как здорово-то, а. Ой, упала, ну ладно. Долго мне еще тут вкалывать? Все. Ну, распушила? Распушила, как могла. Я смазываю формочку оливковым маслом. Ты сможешь мне помочь? Я постоянно тебе наполнить помогаю. Вот эту чашечку так вот, чуть выше, больше половины кускусом и утрамбовать ложкой его. Хорошо. Я сегодня прям заработалась. Завтрак надо заслужить, да? Это еще одна часть твоей теории. Хорошо, отрамбуй мне. Хорошо, хорошо. Не ленись. Креветки мы жарим гуманно. А мне что не значит пережарились. Гуманно? Все хорош. Все? Смотри, красиво? Сейчас посмотрим. Да, ты знаешь, красиво. Еще? Еще, ну нас двое. А ты снимаешь маслицем? Я думаю, что здесь достаточно ресурса. Нет. Смажь, а то потом будешь говорить, что я плохо сделала. Ну что ты сделала мне, теперь будешь делать себе, конечно. А, вот как. А я думала, ну я чистого сердца, я тебе. Вообще-то я очень человек такой... Чем нет. Так, креветочки, я считаю, что готовы. Ой, какие красивенькие они. Ой, как красиво. Так, по-моему, я уже сделала прекрасно. Илюша, можно я сама? Только не шарахает, аккуратненько. Аккуратненько. Вот, умничка. О, умничка. Ну, так, раз, два, три. Вот так. Раз. Крекс-пекс-пекс. Все, поднимай. Оба. Ты видел? Да. Это не считается. Сейчас никто не видел. Давай. Все-таки талант это заразное. Правда? Не говори. Ой. Ну как все? Слушай, ну это лишнее. Не-не-не-не-не-не. Это моя тарелочка. Клади. Это та, которая без... Это та, которая... кончика. Должна была быть Томасова. Ну красота какая. Так. И осталось теперь мне понять, куда же соус пойдет. А, подожди. Сейчас я еще сделаю немножко. Что такое? Счастье тебе. Счастье мне на сковородке? Это масло я потом уберу. Не пугайся этого масла. Да я смотрю, я даже не могу туда. Это технологическое масло. Понятно. Машинное. Так. Соус. Я, видишь, креветки полил тем, в чем они жарились. Тут да. Там лимонный сачок. А соус я дам вот так по краюшку. Он будет в большей степени на тарелку уходить. Но краюшек креветок покроет.
часть креветок остается, так сказать, жареными. Но они ведь не хрустят, у них же нет хрустящей корочки. Нет хрустящей. А часть уже залита соусом. Да-да-да, вот этой мякотью. Вот хорошо, что ты блендером не стал их как-то делать. Так, да, она так естественно очень смотрится. Художественно, хорошо. Очень естественно, да. Ой, хочу, хочу, хочу. Подожди. Так, есть. Есть. А это-то зачем еще? А может, я сейчас сделаю может, еще. Может, уже пойдем? Не, подожди. Господи, Илюша, я главное хочу... вовремя остановиться. Нет-нет, я не делаю лишних деталей здесь. Да? Хочу тебе показать. Ой, какой запах. Один. Ну, обоснуй. Прикол, ну, как прикол. Говорит молодежь. Молодежь. Да мне уже не до приколов, тут такие запахи идут. Ух ты! Базилик во фритюре. Жареные листики базиличка. Ничего себе. Вот когда видишь процесс жарки. Базилика? Ушел дождь. Ну, уже видишь, не шипит. Да-да-да. Все, они готовы. Готовы. Листики. И ты мне их еще обсушишь. Конечно. Ой, ты мой хороший. Вот это признак любви. Потому что, конечно, в этом масле... Посмотри, какие они становятся красивые, прозрачные. Как гербарии. Они такие, они становятся прозрачными. И вот и такого жилочки. Нежного цвета, и видна структура листика, да, да, правда? Да, да, да. Ну, как гербарии, говорю тебе, осторожно. Он хрустит. Осторожно. Так он еще и к тому же вкусный, я тебе уверяю. Да? Да. Так, и куда же ты его водрузишь? На кускус? Конечно. А, я знала. Я посолю. Эти листики вкусно, когда они чуть присолены. Да. Потому что они такие сами... Это, по сути, знаешь, что получается? Чипсы. Чипсы, да. Чипсы из базилика. Вот это да. Ой. Ой, какой ты. Интересный. Ну надо же. Девчонки помрут от зависти. Вот так. Вау. Браво, маэстро. Ну, это даже как картина. Я не боюсь тебя раньше времени хвалить. Так, ну что, пошли. Может, надо есть пока горячее. Я сама понесу. Сегодня я... А, давай. Так, ножики. Вилочки. Так. Ой, как тяжело-то на самом деле. Мне. Как? Вот так вот. Ой, как все красиво. Все ножи, вилки мне пока. Потому что я тебе буду сейчас давать пробовать первую партию этого блюда. Ой, давай же, скорее мне. Ты так умеешь правильно дать попробовать. Ну, я тебе скажу, что кускус я не положу на вилку вместе. Ну и не надо. Я тебе отдельно потом уже, следом пойдет кускус сразу. Хорошо. Пока креветочка. Хорошо, давай сначала креветочку. Значит, так, на язык, чтобы попало. Да, ты подуй. Держи. Так, держу. Оп. Ой, как вкусно. Илюша, я вот пока это ем, мне будет приятно услышать, как мы это с тобой делали. Я почистил креветки, я приготовил соус. Ошпарил помидоры, чтобы снять с них кожу. Удалил семена и перегородки. И саму мякоть крупно нарубил. В оливковом масле обжарил немножко лука и чеснока без корочки, добавил помидоры. И все это тушил для получения соуса. Креветки я обжарил на оливковом масле с добавлением шинкованной петрушки и лимонного сока. И приготовил кускус. Кускус смешал с растительным маслом и солью, заварил кипятком, и у меня получился в комплексе гарнир-кускус, креветки и соус провансальский из помидоров. Ой, Илюша, все-таки лучше кушать.